Өзің сақта бек болып намызды ұмытпа, ғынапта жұртты ұмытпа, анын жалғызын Таймұрастың жегіттей бол Таймұрастың, Таймұрастың жегіттей бол Таймұрастың. Береженей сақта, білгін сақта бек болып намызды ұмытпа, ғынапта жұртты ұмытпа, анын жалғызын Таймұрастың жегіттей бол Таймұрастың, Таймұрастың жегіттей бол Таймұрастың. Сегодняшнее событие, это я мог бы сказать, без какой-либо скромности, это действительно мега-грандиозное событие, к которому мы очень долго готовились. Чем обусловлено это? Тем, что действительно сегодня дерутся бойцы экстра-класса. Будут 17 боев, и 17-2 это бой за титул чемпиона мира. Это, безусловно, один из самых интересных ожидаемых боев. Это между украинским именитым бойцом, который победил очень много наших именитых азиатских именно бойцов, Юрий Проценко. Будут биться с нашим супертяжеловесом Телеком Джеймбековым. Действительно, уровень турнира, я надеюсь, что пройдет на очень высоком уровне. Мушкерлер дин арасынан биринчиге аттанган, Таймұрастың жигиттери жеринен канаттанган. По правилам боя, в затылок нельзя бить, позвоночник нельзя бить, шорты, пикировки нельзя вообще хватать, но разрешено такие правила, можно будет локтями бить. Только вертикальные и горизонтальные нельзя, только боковые. Келсе келечек те биринчи орундан алдым. Заман баппаттыр болуп сен орго алсыздардым барын. Машыгып күчкө толуп сен алсыздар менен калбагын. Булыр менен бере биз Таймұрастыкка багып. Шашылбастан оягып атандашты сен. Мне искали замену долго. Ну неделю искали. Ну обои сказать. Ну достойный соперник. Ему спасибо большое. Чыгандыгын көрүп калып түшүрдүк барактарга. Дүйнөгө жол айылдан, айылдан эл жайылган. Толуктоого бул катарды досум сен да дайындан. Эл сак, дем сак, дем сак, жер сак. Сен дагы биз менен болуп спорт менен сен жеңиш тап. Эрежени сактай, билгин сакта бек болуп намызды унутпа, ганата жукту унутпа, анын жалгызын Таймұрастың жигит. Я благодарен за поддержку и безумно счастлив. У меня получилось возвысить кыргызский флаг. Я обещаю еще и еще продвигать Кыргызстан вперед. Валился как мешок, но сдаваться не будет. Он не будет трогать слабого. Боец не станет свои силы на улице мерить. Для этого всегда будут открыты наши двери. Ты приходи и посмотри, если не веришь. Руки пулеметными очередями поражают цель. Техника точно до мелочей взят прицел. Воин Таймұраста бывает великодушный, но в то же время без сентимент. Все же понимают, что для победы нужен упорный труд. Хочу поблагодарить своим братьям, старший брат Акылыч Саркарбаев, потом нашему команду. Все за кыргызстанцам. Спасибо всем. Победа от Всевышнего. Вот я победил. Всем спасибо. Если честно, честь Кыргызстана, конечно, это принципиальный бой был. Потому что моих братьев он выиграл. Это как Өзбек Мурат Хантураев и Мактыбек Мамасали. Оба они мои друзья были. Для меня обидно было, что их не проигрыш. И вот сегодня, я думаю, в Средней Азии тоже есть сильные бойцы. Вот доказал, думаю.